Если ты когда-нибудь был тем, кто снял коньки и попытался кого-то зарезать, у нас для тебя хорошая новость. Сэндлер пробовал себя во всем в Голливуде к настоящему моменту. Снял много комедий, преуспел в драме, попробовал анимацию и даже постоянно доминировал на Netflix. Несмотря на это, многие фанаты любят Сэндлера за его ранние фильмы. Сначала это комедия 1996 «Счастливчик Гилмор», сделавшая Сэндлера хоккеистом, ставшим гольфистом. «Цена неверная», а теперь, десятилетия спустя, может быть продолжение. Эта идея пришла от актера, связанного с оригиналом, Кристофера Макдональда, игравшего врага Хэппи, Шутера МакГевина. Актер посетил шоу Кена Кармана и Энтони Лима и сказал, что «Счастливчик Гилмор 2» и на подходе. Две недели назад я видел Адама, и он говорит: «Макдональд, тебе это понравится». Я спросил: «А что насчет того?» Он сам ставит себя в первый черновик «Счастливого Гилмора 2». Насчет аудио, которое было трудно расслышать, повторим. У Адама Сэндлера есть первый черновик «Счастливого Гилмора 2». Конечно, о фильме еще ничего официально не объявлено, лучше пока не волноваться. После «Счастливого Гилмора» Сэндлер работал над другими комедиями. «Певец на свадьбе», «Водяной», «Маленький Ники» продержались со временем среди фанатов Сэндлера, многие хотели еще. Естественно, Сэндлер заметил интерес к «Счастливому Гилмору 2», и он за. Во время появления в шоу Дана Патрика в феврале 2021 года Сэндлера спросили о возможности «Счастливого Гилмора 2», раскрыв, что интернет-шум вокруг такого фильма не остался незамеченным, и он лично заинтересован. Приступим к работе. Можно ли мне дать зеленый свет? Да. Да, можно дать это зеленому свету. Это стоит обсудить. Поскольку он, по слухам, работал над скриптом продолжения, мы склонялись к мнению, что идея перевести Хэппи Гилмора и Шутера МакГевина лицом к лицу на турнир старшего возраста переходит на большой экран. С учетом общего волнения вокруг возможного продолжения Хэппи Гилмора, фанаты также задаются вопросом, способны ли они это сделать. На вопрос, можно ли ответить твердое «да», Адам Сэндлер и Кристофер Макдональд дали фанатам представление о том, что может быть Хэппи Гилмор 2. В честь 25-летия фильма Сэндлер выложил в социальные сети видео своего удара по мячу Гилмора для гольфа. Это для вас Шутер МакГевин. Точно так же Макдональд продемонстрировал свои навыки в обращении с гольф-клубом в видео для PGA Tour 2K, где он взял в руки свой 9-й утюг и сумел занять неплохое место. Он даже достает фирменный пистолет на пальцах МакГевина. Очевидно, что он и Сэндлер не утратили своих навыков. Что означает, что если Хэппи Гилмор 2 выйдет в свет, зрители смогут рассчитывать, что оба смогут выступить соответствующей есть и горечь в этих новостях. Так как Боб Баркер и Карл Везерс скончались, надежды, что если Хэппи Гилмор 2 будет реализован, он найдет способ увековечить память этих двух великих.